Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои награды ежедневные. Отлично, так, задания у нас выполнены кое-какие, поэтому награды тоже забираем. Так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях. Короче, мы идем с тобой на нашего супер-шреддера. Кстати, многие спрашивают, ребята, Рэй, а почему у тебя такой вот темный экран? Был светлым, а стал темным. Ребят, я просто поменял герцовку экрана. То есть раньше у меня было 60 Гц, в данный момент я играю на 75. Максимальное у меня это 165 Гц, можно поставить. Так, ну что, давай, наверное, будем прокачивать ему навыки. И в данный момент нам вот мутагенная формула нужна. Так, и нам не хватает всего лишь 8 инструментов. 8 7 6 5. Угу. 4 3 2. И последний. Да ё-моё, ну как всегда на последнем. Вот, все, ребят. Что такое? Блин, я просчитался маленько. Ладно, ничего страшного. Просчитался. Все, нашли мы с тобой последний ящик с инструментами и прокачиваем до 5-й ступени. А здесь нам нужно, ё-моё, 5 котиков. Ага, 2 катушки с пленкой и 14 знаков, да? Это мы с тобой уже потом в следующей серии доделаем. Так, поднять уровень персонажа. У нас хватит для того, чтобы нашему супер-шреддеру... Вполне. 79 уровень. Ну что же, тут уже недалеко и 80, как ты понимаешь. Забираем полностью наши награды. Что мы сегодня будем делать? Ребят, сегодня воскресенье, завтра понедельник. Нам нужно с вами подтянуться маленечко, я так считаю, чтобы завтра нам быть уже в топчике. Чтобы, как говорится, голова не болела, да? Мы с тобой не переживали. И для этого нам, естественно, все силы нужно бросить сегодня на аренку. В испытаниях, в принципе, все пройдено, ребят. Я не знаю, можно попробовать, конечно, эпизод 2 пройти. Я вот не знаю, стоит ли фармом заниматься Крэнга. Хотелось бы. В то же время, вот здесь тоже, как бы, хотелось бы получить Шинигами вместе с Алапекса. Ну и Кунаичи бы тоже не помешало. Но, как ты понимаешь, мы ограничены с тобой в сыре. Сыра на все про все не хватит. Ну, начнем постепенно. Не будем хвататься за все. Поехали на арену. Это первое, что нам нужно сделать. Я нахожусь в Лиге Мастеров. Как ты видишь, 93-я позиция. То есть 10 боев нам нужно с тобой сделать, чтобы попасть в топ. Так что поехали. Ну что, берем Усаги вместе с Армагоном. Усаги, Армагон. И с ними пойдет у нас вот эта тройка. Блин, зря я, наверное, опять так делаю. Беру полуимбу на нашу, как говорится, никчемную атаку. Ведь Усаги вполне хватит, да? И плюс добивки Армагоны. Надо было слабачков взять. Там бы отыграли бы все по полной. Ага, Карайка, ну понятно, у него инициатива большая. Да. Надо было взять просто-напросто нам с тобой Армагона, да? Вместе с Усаги и 3 слабеньких персонажей. И все, и мы бы вполне с тобой отыграли. Почему я так сделал? Взял с собой Змейка Вьюна, Тигриного Когтя. Просто зазря их отыграл, если честно. Ладно, но моя сегодняшняя цель — попасть в топ. Как говорится, любыми способами. Так что будем к этому стремиться. И тут у нас с тобой есть Фиона. Не забывайте, что у Фионы очень большая инициатива. Так что будем предельно с тобой аккуратными. И надо будет в помощь Кусаги взять... Так, Леонардо. Конечно, можно было бы взять и Армагона. Ну, возьмем Лео. Так, ну что, начнем по-тихому, да, с тобой веселиться. Так, Караечку попробуем наказать. Усаги наши все-таки круче, чем вражеская Карай. Но это и понятное дело. Та-дам! Все с постепенным уроном. И Леонардо, естественно, всех остальных добивает. Шикарно. Ну что, друзья мои, попадаем, наверное, с тобой где-то на 85-ю, 83-ю позицию. По идее, должно быть где-то так, не меньше.
Смотрим. Ой, у нас уже 84-я, что-то я... Да. Я до сих пор думал, что у меня 96-я позиция, поэтому так вот получилось. Ладно, ранг 74-й, так что давай с тобой поднажмем. Кубки Джон и Марк. Давай Марка возьмем. Опять придется мне тратить здесь откат. Не хотелось бы, конечно. Но в этом случае я уже буду брать нам персонажей, которые идут послабже. Потому что, ну, сам понимаешь, Лео, Усаги, тем более здесь какой уровень? 78-й, 79-й. Ну, есть вероятность, что мы можем здесь кого-то не добить. Но будем надеяться на лучшее. Блин, вот смотри, Рокстеди, опять же. Твою же налево, на нем мне повесили. И он выжил. Только надолго ли? Ну-ка, Паукус. Молодец, он пробил. Он все-таки умудрился, ребят, хотя был 61 уровня. Отлично, значит, мы с тобой проходим дальше. Видишь, какие риски у нас есть. То есть Леонардо вместе с Усаги не всегда могут завалить противника. Так, 13 откатов, то есть 5 боев. Если мы успеем, то только тютелька в тютельку, друзья мои. Надо как-то поаккуратнее все это дело провернуть. Жека. Ну давай возьмем Жеку. Лео на откате, плюс Рафаэль. Сюда же, наверное, мы возьмем с тобой Зека. Так, подожди, Джастин. Возьмем с собой Супер Шреддера сюда и... Кого взять-то еще? Ну давай Криса Брэдфорда. Я, конечно, не спорю, ребят, здесь есть Майки, да, который будет усилять свою команду. Это 100% я говорю. И главное, чтобы Рафаэль вот этот не сделал свою массовую атаку. Блин, за медляха вообще не повесился ни на кого. Прикинь, вообще. Оу, тихо. Это, конечно, ребята, плохо, когда так происходит. Так, предположим. Слушай, нам нужно с тобой, наверное, Бакстера валить. Отлично, так, Рафаэль, получи и распишись. Ну что, ребята, все отлично. Я уже думал, что нам придется с тобой Супер Шреддером либо делать супер удар, либо делать постепенное исцеление. У него есть такой скилл. Но все получилось у нас. И позиция 56-я. Ладушки, двигаемся дальше. Здесь у нас Петр. Наверное, Петр хотели тут написать. Дин и Владимир. Я возьму, наверное, Владимира. Я возьму Владимира. По-прежнему сделаем с тобой два откатика. Плюс возьмем, наверное, с тобой здесь. Ага. И еще послабее это будет у нас Морзильная кошка. Скажем так, из 50-х уровней Морзильная кошка. Я думаю, что он не дойдет. Ход до врага. Мандагека надо уронить. Иначе он повесит ускорение. 100% тебе говорю. Усаги, в принципе, должен справиться с ним. Но постепенно урон висит, это уже хорошо. А Леонардо, видимо, всегда бьет. Найс. Ну что, должна какая-нибудь 40-я, 42-я, 41-я, наверное, позиция быть. И это говорит о том, что еще 4 боя. Ну-ка, посмотрим. Угу, 46-я. Что-то медленно идет. Так, ребята, еще 5 боев у нас с тобой намечается. Блин, они все уже 79-го ранга. Возьмем, наверное, Виктора. Как ты считаешь? Возьмем Виктора. Так, перестраховка будет в виде Джастина. И берем вот Леонардо с Микеланджело. С ролевым. Сейчас посмотрим, что у нас тут с тобой получится. А ну-ка, Усаги, давай, врежь. А раньше вы сказали мне, что максимальный уровень был 89-й, да? Сейчас 79-й. А раньше был 89-й. А почему они, интересно, понизили? С чем это все связано? Со сложностью? Ну, если честно, я не думаю, что там было бы сложно. Именно в PvP-шке играть. Когда у тебя 100-го уровня, да? Прокачанные бойцы. Далеко не сложно. Так, на какую позицию мы сейчас с тобой переместимся? 35-я. 35-й, окей. Здесь я возьму, наверное, Алексей. Ольга. Это разве Ольга? Мне что-то кажется, что это какой-то парень. Ладно, Алексей. Берем с тобой вот так. Плюс железноголовый.
и Мондагека плюс Кирби. Все прекрасно знают, что Кирби слабон. Ну и вместе с Мондагека они могут упасть здесь за милую душу. Поэтому давай-ка попробуем выстоять. А чтобы выстоять, нам нужно с тобой как можно быстрее покарать врага. Ну-ка, вертушку. Донни. Ну это ерунда. Все, ребята. Ну что, отлично. Отлично, мы пока с тобой идем. Топчик нам сегодня обеспечен, я уже тебе сразу говорю. А вот насчет фарма, ну, посмотрим. Сыра не так много, всего лишь 72 штуки, так что... Блин, 29-я позиция. Подожди, ну как раз у нас на 3 боя хватает. Надо все-таки сделать небольшой задел на то, что вдруг какой-то форс-мажор у нас появится. Так, 2. Здесь возьму, наверное, Донни. И... вот так. Отлично, я думаю, должны тут справиться. Если что, Донателло прикроет нас. Так, поехали. Просто я боюсь, что у нас с тобой сейчас откаты кончатся. А топчик мы с тобой не получим. Вот, ты посмотри, очень плохо, друзья мои. Это повезло. Причем довольно крупно. Но вот то, что сейчас будет до не ходить, это плохо. Или Бакстер все-таки, ну Бакстер отдуплится. Ну, давай Донателло. Спасибо тебе большое, помог. Все-таки выручил команду, молодец. Ну, инициатива, конечно, у него подводит. Ладно, главное, что победа, ребят. Двигаемся дальше. С 29 места мы перемещаемся на 19. Да, еще ровно 2 победки нужно будет. Ну что, берем, наверное, с тобой Ильдара. Раз, два. Берем с тобой Бакстера. И Лео плюс Майки. Надеюсь, хотя Бакстер Стокман, мы прекрасно знаем, что он по инициативе очень слабенький. Тут главное кто? Морозильная кошка и эти кролики, да? Маузеры. Так, они все получили постепенный урон. Леонардо проводит свою вертушку. Плюс. Без плюсов. Бибоп погиб именно от кровотечения. Ну что, ребят, двигаемся дальше. Судя по всему, должен быть последний у нас с тобой бой сейчас. Давай посмотрим. 9-я позиция будет, да? Оу, 6-я. Ну все, все. И откатов хватило. Все, ребята, идеально у нас получилось. Давай Усаги, Лео, Рокзар, Ванюша. Ну и пускай будет крысиный король. Отыграем, так сказать, его. Ну что же, заключительная битва. Тут у нас еще 2 оригинала стоят, да? Угу. Постепенный урон всех практически, да? Настиг, кроме Рафаэля. Ну, Рафаэль упадет от Леонардо. Все, все, друзья мои. Мы прошли идеально. Зарабатываем с тобой топовое первое место. И уже надо думать, что делать. Смятение из другого измерения я проходить, ребят, не хочу. Целенаправленно. Когда уже дойдем до финала, да? Там будем заниматься. А пока... Так, 69 монет. Дай-ка я забегу в магазин быстренько. Предметы. Так, здесь мы с тобой ничего приобрести не можем. Так, Алапекс. А, нужно 75 жетонов. Понял. Тут 315 у нас, да? Понятно, короче, ребят. Ну что, давай тогда, наверное, мы с тобой зайдем на испытание и попробуем пройти вот этот вот эпизод второй. Втроем. Блин, Змейка Вьюна. У нас провокатора нету. Трындец, мне кажется, меня сейчас тут просто забомбят. Втроем против них. Ай, жесть. Ладно, попытка не пытка. Ну, что поделаешь, ребят. Тут 2 хиллера. То есть Кирби, получается, да? А если вот так вот, волном. Так, минус Пит. А сможешь добить Кирби? Ну как же так, ребята? Этот еще берет провокацию, а этот сейчас хил сделает. Ну понятное дело, да? Поехали. Почти
пробили. Вау. Слушай, замедляху сделали, а если мы вот так? Так, меткость понижена. Вау, ракеты. Трындец, друзья мои, все, мы приплыли. У меня хиллера-то нету здесь. Хе-хе. И что я тут сделаю? Абсолютно ничего. Ну, я, по крайней мере, попробовал. Я попытался, вдруг что-нибудь да получилось бы. Вот Кирби, а? Вот Лашпен. Армагон здесь один, конечно же, ничего не сделает. Абсолютно. Так, это ускорение врубает. Тут у них хиллер, тут и провокатор, и массовик-затейник. В общем, все подряд врубают. А, защиту? А, нет, он меня блокирнул. Чей кошка морозильная. Ну, тут все, ребят, песенка спит. Смотри, нифига они там на себя понавешали. Да. Тунс. Армагон, прости меня, я не хотел. Ребят, я действительно думал, что может быть как-нибудь чуть-чуть подальше пройдем. Все-таки три волны, но здесь безрезультатно. И вот все-таки я не знаю, стоит ли мне. Давай попробуем, а? Хотя шанс такой маленький, но он есть. Микроскоп. Жетоны. Нет, ребят, я лучше все-таки попробую вот здесь вот Кренга вытянуть. Е-е-е. Солидно, прикинь, с первой попытки, друзья. С первой попытки, а здесь не то. Не то. $3, блин, ну всю жизнь мечтал о них. Тем более о маяках радарных. Друзья мои, отлично, отлично. Два кренга мне нужно было, да, двух кренгов я и получил. То есть еще 6 сыра, ну и куда я их потрачу? Да абсолютно некуда их потратить. А здесь нужно 7, здесь 6. Ну что, попробуем, вдруг Алапекс выпадет нам. Нет, нам дают $2. Ну и как бы все. Ребят, больше здесь делать абсолютно нечего. Единственное, что можно вот это вот пообменивать. Только толку-то от этого, что мы с тобой обмениваем это все. У нас, если честно, и без этого сюриков, ну, просто жесть. Очень много. Там, по-моему, сколько? 129 тысяч сюрикенов, представляешь? Если бы тут за сюрики можно было бы что-нибудь приобрести, я бы уже давным-давно все это приобрел бы. Смотри, что я тут, сколько тут набираю, ё-моё. Офигеть, так, тут, нет, не надо. Тут Джастина 6, давай все это обменяем. Так, у Сплинтера вообще 18 ДНК. У Шреддера 1500, да? Так, подожди, не то. Я только сегодня узнал от подписчика, что Алапекс — это сестра Тигриного Когтя. Ты прикинь? Я не знал. Такой информации теперь буду знать. Только почему-то, ну, в принципе, да. Тот тигр, это лиса. Все превратились в животных. Так, слушай, посмотри, у нас еще Рокстеди прокачаться должен, да? Леонардо Ролевой. Этот Рокстеди, Алапекс, Кунаичи. Они все имеют практически 4 звезды. Вот здесь вот Майки Космос. Блин, он даже не в золотом ранге. Слэш имеет только 3 золотые звезды. Так, вот это вот обменяем. Так, здесь тоже на обменочку. Давай, не жмись. Рокстеди, да, у нас классический. Вообще где-то в отстающем звене, так скажем. Макмана. Многие просили меня еще давно. Прокачай, говорит, Макмана Рэй по фулке. И все, никак я не могу этого сделать. Все, руки не доходят, друзья. Слушай, а здесь нужно всего лишь 12 ДНК, и он у нас получит фул 5 золотую звезду. Это будет круто. Это будет круто. Надо будет как-то этим заняться. Да я все только горю и никак не могу этим заняться, если честно. Все забываю. Как только начинаю что-то делать, увлекаюсь и все. И забываю. Так, а что это у тебя там, навык какой-то можно прокачать? Нет. А, уровень просто. Ну, уровень я не буду прокачивать. В принципе, ребят, мы с вами готовы переходить на следующую неделю. Все у нас с тобой есть. Кто-то просил меня, Рэй, крутани.
рулетку. Че, крутанем? Давай. Поехали. Ну, блин, Кейси Джонс фильм. У нас причем, знаешь, почему нам невыгодно крутить рулетку, ребят? Нам нужен только здесь один персонаж. Это вот этот Рокстеди. Поэтому я думаю, что лучше, если мы с тобой хотим сплавить пиццу, да, и телепорты, то лучше, как по мне, это просто искать нужные детали на наших бойцов. Так мы их просто быстрее с тобой прокачаем. Ну что, давай попробуем найти с тобой кошечек вот этих вот. Там еще 5 штук нужно, уже 4. Так, получается 3. 2. Сейчас, подожди секунду. Вдруг вытянем. Да что ты будешь, этот билет Эйприл, да ё-моё. Вы специально сейчас все это делаете, да? Игра, ты специально мне вот это все вредишь. Понятно. Билет дает, а кошку шиш. Во, наконец-то. Это, по-моему, не последняя, да? Нет, еще нужна одна, ё-моё. Вот так, ребята, в поисках кошечки я сфейлил почти всю пиццу. 24 осталось. Так, значит, еще нужно две катушки. Ну, с катушками-то, надеюсь, все будет проще. Так, одна есть. Сыр кончился. А здесь? Все, ребята. Ну, я, по крайней мере, все потратил. Смотри, 260 у нас с тобой платиновых осколков, да? По идее, если мы с тобой возьмем топ, там будет еще, сколько там у нас? 70, по-моему, дается, да? 75. Блин, ну, в любом случае, нам придется еще неделю с тобой бомбить. Еще неделю, и тогда у нас будет достаточно осколков платиновых, чтобы перевести очередного бойца в платиновый ранг. Так что, ребятушки, будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.